Проект бюджета Якутии на 2018-2020 годы рекомендован к рассмотрению в работе 32-го очередного пленарного заседания парламента. Такое решение принято сегодня на расширенном заседании Постоянного комитета Республики по бюджету. Основные параметры бюджета на 2018 год составляют по доходам порядка 169 миллиардов рублей, расходы 171 миллиард, дефицит составляет 1,5 миллиарда рублей. У нас дополнительные источники должны появиться в рамках финансирования комплексного плана развития нашей республики до 2020 года. Буквально на прошлой неделе было селекционное совещание, которое проводил Минвостокразвитие. Есть большая вероятность, что эти средства у нас появятся, начиная с 2018 года. Они по годам будут разбиты. Это идет в рамках выделения единой субсидии. Для соответствия с поручением главы государства единая субсидия будет выделяться для субъектов Дальневосточного федерального округа